Добрый вечер, дорогие друзья, дамы, господа, подписчики, гости канала. Сегодня пятница, 8 апреля 2022 года. Я вас приветствую из Брюсселя. И мы продолжаем говорить о политике. Сегодня я хотела бы привлечь ваше внимание к визиту председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Она туда приехала вместе с главным дипломатом Евросоюза Жозепом Боррелем для того, чтобы встретиться с президентом Зеленским, его администрацией, поддержать их в эти очень тяжелые времена. И, соответственно, действительно, они большие молодцы. Они не побоялись, путешествовали поездом в стране, где идут военные действия. То есть, вы видите, Урсула проявила лидерские качества. Она не побоялась, что нельзя сказать о Матвиенко, скажем. Где ее лидерские качества? Где лидерские качества Володина? Ответьте мне, что вы думаете, они не бывали в Донецке, они так и сидят в узорных тюрьмах. Поэтому не следует удивляться тому, что Евросоюз продвигает свои планы, потому что они работают на совесть. Итак, Урсула фон дер Ляйен приехала вместе с главным дипломатом для того, чтобы поддержать и для того, чтобы передать, как она сказала, важное послание Зеленскому, украинскому народу. Давайте посмотрим, что это за важное послание и что она им предложила. Во-первых, то, что она им предложила, это было настолько туманно. То есть, конечно, она сказала общую фразу, что Украина принадлежит европейской семье народов. Ну, мы это и так знали. То есть Украина – это европейская страна. Но что касается именно вступления в Евросоюз, то здесь она предложила некий туманный шаг, который, в принципе, даже не является получением статуса кандидата, то есть это шаг в направлении получения статуса страны кандидата. То есть это было все очень туманно, что она сказала. Конечно, очень хорошо, что она приехала, что она была так дружелюбна, что она общалась в демократической, а не в такой манере допетровской, как будто там бояре. Вы знаете, что российский политический класс, они любят одеваться в серебристые лисы, там, выходить из лимузинов. Нет. Она в этом плане, она повела себя как молодец. Но что касается непосредственно дела, то есть с точки зрения пиара это было замечательно, но с точки зрения продвижения Украины в Евросоюз, надо признать, что это, я бы сказала, весьма туманная перспектива. Потому что конкретно она ничего не предложила и в рамках тех международных договоров, которые существуют, она ничего предложить не может, потому что существуют копенгагенские критерии, и Украина должна им соответствовать, и должны быть открыты определенные процедуры. Осуществлять их сейчас просто невозможно. А брать то, что было до этого, тоже невозможно, потому что, как вы знаете, Эрнст и Юнг, это американская компания, американские эксперты, они объявили Украину самой коррумпированной страной мира, где 88% чиновничества затронуты коррупцией. Поэтому никто не может брать этой информации из прошлого. Брать ее из настоящего тоже невозможно, потому что это страна, охваченная, как мы все знаем, военными операциями. Поэтому в настоящий момент практически даже невозможно открыть эти процедуры для того, чтобы начать этот инспекторат. То есть они должны начать какие-то инспекции, хотя бы весьма приблизительный, но в этой обстановке этого невозможно. Поэтому можно сказать, что этот визит был на 100% пиаром. И это был хороший пиар в том плане, что это было очень качественно, потому что действительно они приехали поддерживать. Но в то же время следует понимать, что все остальное это было вилами на воде писано. И никак не иначе. И никак не иначе это быть не может. Потому что каждый раз, когда приезжали украинские лидеры, будь то Янукович, Порошенко и далее, им говорили о том, что они должны бороться с коррупцией. И борьба с коррупцией была основной борьбой, которая требовалась от украинского лидерства. И никогда не было констатировано того факта, что эта борьба увенчалась успехом. Наоборот, каждый год выходили весьма, я бы сказала, удручающие индексы
потому что уровень коррупции самый высокий в Европе, и, как я сказала, американцы считают в мире. То есть даже, я бы сказала, не африканские, даже некоторые африканские страны, многие африканские страны поборолись лучше против коррупции. Но, как бы то ни было, я хочу подчеркнуть, что действительно копенгагенских критериев никто не отменял. И для того, чтобы страна вступила в Евросоюз, необходимо им соответствовать. Совершенно очевидно, что пока что Украина не соответствует. И тем более сейчас, когда Зеленский запретил 11 политических партий и свободную прессу, то есть фактически он диктатор. Он может оставаться диктатором столько, сколько будут длиться военные действия, а может быть и далее. Поэтому, конечно, ни о каких демократических стандартах речи в настоящий момент не идет. Это, как мы сегодня уже говорили, это чистый политический волюнтаризм со стороны Евросоюза продолжать создавать иллюзию того, что перед Украиной открыт европейский путь. Он не был открыт до военных действий. И неизвестно, будет ли Евросоюз расширяться, потому что уже те страны, которым была обещана вот эта европейская интеграция, как, скажем, балканские страны, они не могут продвинуться на этом пути. И более того, знаете, что Турция – это абсолютный, я бы сказала, Турция в ремизе по многим причинам. Но она со статусом страны-кандидата, и поэтому, обращаясь к этим реалиям, можно сказать, что перспективы Украины даже получения статуса кандидата весьма туманны и малореалистичны, потому что если страна получает статус кандидата, она уже имеет права. То есть это некая фаза, которая предполагает, что, скажем, Евросоюз оплачивает, не дает в долг, а оплачивает определенные реформы, которые помогают интегрироваться в Евросоюз. Но вы понимаете, что оплачивать реформы в условиях той бушующей коррупции, которая была, практически нереально. То есть сначала надо побороть коррупцию, а потом можно уже, потому что с Турцией были проблемы, потому что надо было платить колоссальные суммы на реформы в качестве подарка, скажем так. И это было тоже встречено не всегда с пониманием гражданами Евросоюза. Поэтому говорить о том, что Евросоюз может интегрировать такую большую страну, как Украина, даже если там установится мир, предположим, и не будет никаких спорных территорий. Что касается спорных территорий, это отдельная большая тема, потому что, скажем, небезызвестный вам прекрасный остров Кипр. Остров Кипр был принят Евросоюзом в свой состав целиком, но, как мы знаем, он не целостен, потому что есть турецкая часть, Северный Кипр. Эта проблема не решена. Кофи Аннан тогда, который возглавлял Организацию Объединенных Наций, не смог решить этой проблемы. И, соответственно, это негативный опыт, потому что эта ситуация создает много проблем. Поэтому говорить о том, что после того, как Крым присоединился к России, а теперь еще Россия признала две республики, говорится, что с такими территориальными претензиями Украина может вступать в Евросоюз по модели Кипра, не приходится. Потом Кипр — это маленькая страна, Украина — это колоссальная страна, большая европейская страна, сопоставимая с Польшей, с Германией, с Францией, с Испанией. То есть таких планов не было и в настоящий момент их быть не может по объективным причинам. Поэтому я бы ограничилась тем, что это был очень удачный пиар-ход. То, что произошло сегодня, действительно, Урсула фон дер Ляйен поддерживает украинские амбиции однажды вступить в Евросоюз, но говорить о том, что это реальные перспективы в течение, скажем, даже ближайших 10 лет не приходится. А тем более сейчас, когда Зеленский очень четко сказал, что Украина ни за что и никогда не примет того факта, что Крым стал российским, а теперь и в эти республики, соответственно, он также не признает. И учитывая эти территориальные проблемы, говорить о том, что страна и с такими проблемами
в области коррупции, и с территориальными проблемами, и с диктаторским правлением в настоящий момент, потому что, да, даже если вам очень нравится Зеленский, он диктатор, потому что в стране больше нет демократии, он ее запретил, запретил свободную прессу, запретил 11 политических партий. И многое другое, потому что исчезают блогеры, поступает немало жалоб в журналистские организации о том, что похищают блогеров, которые снимают действия различных групп и группировок, что не совсем, не всегда лицеприятно власти. Поэтому, конечно, говорить, что в этой ситуации Украина может продвинуться в отношении, в направлении, вернее, Евросоюза, конечно, не приходится. Но, тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть, что я считаю, что это очень удачная поездка с точки зрения пиара, с точки зрения поддержания этой иллюзии, что Украина может вступить в Евросоюз. И, конечно, это контраст с, я бы сказала, равнодушием и даже аутизмом российского политического класса, потому что те не выходят из своих узорных тюрьмов. И я считаю, что в такое тяжелое время это просто недопустимо. Что думаете вы? Пожалуйста, напишите мне, я буду ждать ваших комментариев. Я надеюсь, то, что я вам сказала, было не безинтересно. Если да, не забывайте ставить лайки, писать короткие предложения. Спасибо, мне было интересно, ставлю лайк, чтобы ваши лайки не исчезали. Пожалуйста, проверьте вашу подписку, потому что она тоже имеет обыкновение исчезать. Я благодарю всех, кто участвует в полемике. И особенное спасибо всем тем, кто делает донаты на развитие моего канала. Я жду ваших реакций.